Добрый день! Сегодня приготовлю апельсиновый курд. Для приготовления курда в сотейнике смешиваем цедру апельсина, сахар и апельсиновый сок. Оставляем на 30 минут. Яйца смешиваем венчиком. К яйцам добавляем крахмал и хорошо перемешиваем до получения светлой воздушной массы. На небольшом огне доводим сок до кипения и тонкой струйкой вливаем яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Готовим курд несколько минут, пока он не загустеет. Горячий курд процеживаем через сито, чтобы удалить цедру апельсина. Добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Накрываем заварной крем пленкой, так чтобы пленка касалась поверхности курда. Полностью охлаждаем десерт и помещаем в холодильник на 10-12 часов, а лучше на сутки. Настоявшись, апельсиновый курд станет еще более густым, ароматным и вкусным. Апельсиновый курд готов! Приятного аппетита!